теперь я проговорю, а потом вы вот это перепишите себе просто как напоминание. Я надеюсь, вы это знаете. Это заживление, цепочка, механизм заживления. То есть наша с вами задача без усилий, без нажима, мы все сейчас разберем протокол, в правильном направлении оказать воздействие, раскатать, чтобы получить кровавую росу. 0 часов, вот то, что происходит в кабинете. Капли крови попадают в межклеточное пространство, естественно, возникает воспалительная реакция. То есть мы должны эту ситуацию спровоцировать, заставить клетки реагировать. То есть мы не вводим ничего, сказал второй, введение мезорастворов, это дополнительное только какое-то вот воздействие на ту или иную точку. Основное мы должны заставить клетки реагировать на что? На воспаление. И клетки начинают активно, то есть развивается воспалительная реакция. Пытаясь справиться с воспалением, и лейкоциты, и тромбоциты, и фибробласты активно начинают индуцировать факторы роста, чтобы с этим воспалением справиться. Тромбоциты индуцируют тромбоцитарный, трансформирующий и фактор роста фибробластов. Нидлинг-травма. Травма – это гипоксия, да, падает давление. Активно фибробласты начинают индуцировать эндотелиальный и трансформирующий фактор роста. То есть мы не вводим их, мы заставляем клетки реагировать на воспалительный процесс, который мы сформировали сами, для того, чтобы усилить индукцию вот этих факторов роста. Через несколько часов активный процесс реэпителизации за счет пролиферации кератиноцитов, и кератиноциты индуцируют коллаген 4 и 7 типа. И уже через несколько дней, 48-56 часов проходит, когда фибробласты запускают индукцию коллагена 1 и 3 типа. А именно коллаген 3 типа является основной формой коллагена в фазе заживления и располагается вот как раз между эпидермисом и дермой. И вот это перемоделирование образованного коллагена, оно длится в течение нескольких недель. То есть будет эффект от маски, будет эффект от сыворотки, будет эффект от мезораствора через неделю. Но плотность, утолщение – это несколько недель. Весь этот цикл – это 4-6 недель занимает. То есть от момента раскатки до какого-то впечатления о результате проходит не одна неделя, не один день. Вот это очень важно понимать. Если вам это нужно, переписывайте, то есть телеграфным текстом, чтобы у вас это было, чтобы вы могли объяснить.